Чувашия в десятке лучших регионов России по развитию массового спорта и физкультуры. Это итог работы многих министерств и ведомств республики, людей, любящих спорт и пропагандирующих здоровый образ жизни. На совместной коллегии Минздрава и Минспорта Чувашии обсудили дальнейшую стратегию развития системы мотивации. Массовые зарядки со звездой, прогулки с врачом, строительство новых спортивных объектов и ежемесячные дни здоровья по всей республике. С каждым годом занятия спортом становятся доступнее и популярнее. Мы по развитию массового спорта, физической культуры и спорта на уровне Российской Федерации выглядим очень достойно. Входим в десятку лучших регионов Российской Федерации. В спортивных учреждениях Минспорта работает почти 1000 специалистов, учителей физкультуры, тренеров, инструкторов. Именно они приобщают взрослых и детей к здоровому образу жизни. Министерство же со своей стороны продолжает формировать систему мотивации. Например, уже внедрили профили здоровья. В 2019 году будет запущен проект по укреплению общественного здоровья. Это разработка нормативных и методических документов по вопросам здорового образа жизни, создание центра общественного здоровья, внедрение муниципальных программ общественного здоровья. Всероссийский комплекс норм «Готов к труду и обороне» – еще один проект, привлекающий к активному образу жизни. Кроме того, в отдельных организациях сформировались корпоративные традиции, проводят спортивные фестивали, в их числе и спартакиада муниципальных служащих. Анализ текущего года свидетельствует об увеличении посещаемости физкультурно-спортивных комплексов трудовыми коллективами в Чебоксарском, Красноармейском, Канарском и в городе Чебоксары. В распоряжении жителей республики огромное богатство в виде сети спортивных сооружений. Это 11 стадионов, 760 спортивных залов, 80 плавательных бассейнов, 37 лыжных баз и свыше 2300 спортивных площадок. По предварительным данным, в уходящем году почти 44% жителей республики, а это почти 500 тысяч человек, систематически занимались физической культурой и спортом. И все же резервы еще есть. Пока спортивные комплексы загружены на 90%. Ирина Волкова, Бахтияр Велиев, Республика.